Минздрав разработал рекомендации по мерам профилактики инфекций на выборах президента. Экспертная группа предлагает избирателям во время посещения участков надевать защитные маски и перчатки, лицо открывать лишь по просьбе членов комиссии, паспорт показывать на расстоянии в развернутом виде, ставить подпись в журнале и заполнять бюллетень собственной ручкой. Можно воспользоваться и общими письменными принадлежностями, предварительно обработав поверхность антисептиком. Во время голосования на дому всем участникам также рекомендуют соблюдать респираторный этикет и социальную дистанцию. Члены комиссии будут оставлять урну у двери, отходить на 1,5 метра. После завершения процедуры обрабатывать ящик дезраствором. Напомним, выборы президента пройдут 9 августа. Проголосовать досрочно можно будет с 4 по 8 число.